Радиоактивные люди. Циклопы. Вулверин. Бандит. Гроза. Зверь. Юбилей. Радиоактивные люди. Робот. Робот. Наверное. Мутант. Ну вот, надо мне это было. Я не спросила. Ты куда собралась, красотка? В любое место, только не здесь. Отойди отсюда. Я должен ее взять. Черт с два ты что возьмешь? Как тебе это удалось? Красиво, дорогая, красиво. Все, я бегу. Да подожди, черт тебя подери. Я не просил тут стать мутантом. Cyclops. Ты кто? Get down. Я один из циклопов. Пригнись, я не могу больше. Energy blast, huh? А, энергетические взрывы. А вот так, если... Все мутанты потенциально опасны для человечества. Пошел вон. Child, all right. С ребенком ничего не случилось. Not for long. Недолго. Недолго так будет. Я хотела помочь ему. Don't worry, Petit. Не беспокойся. You just hurt Wolverine's pride. Ты только что нарушила гордыню Вульверина. Что это за странное заведение? Мы называем это комнату опасности. Профессор Экзевер. И сделал из нас радиоактивных людей. Ты здесь в безопасности. Я могу контролировать погоду. Поэтому меня зовут Грозой. А меня зовут Юбилей. Я все взрываю. Слушай, ты такой нервный, как кошка с длинным хвостом в комнате, где полным-полно кресел-качалок. Не подпускать их к зданию. Помните, ни один человек не должен пострадать. И позаботьтесь о себе. А как бы еще, чтобы они нам не навредили? Нападение! Немедленно в караульное помещение! Счастливо, дураки! Ну что ж, отсюда, похоже, все будет спокойно. Уничтожить все досье. Занимайся компьютером, зверь. С удовольствием. Мы должны уничтожить и эти досье. Заперто. А вот теперь открыто. Когда был открыт принцип перемещения, файлы мутантов. Уничтожить этих мутантов немедленно. Сколько у нас роботов Sentinel, которые действуют? Не обождитесь об Луну. Ну ладно, вот вам карту. Гроза, гроза! У нас тут неприятности. Люди могут пострадать. Все готово. Последнее досье. Зачем торопиться? Заражение вирусом совершено. Сейчас. Все. Прости, пожалуйста, зверь. Но ты склонен к поэзии. Нам нужно быстрее. Мы выходим. Понял. Быстро. Все к черной птице.
Взрывай забор. Руки вверх. Вот и мамочка. Ты, летающая дура, опусти меня обратно. Как скажешь, дорогой. Сначала зарядим карту, а потом пустим ее. Но лучше ничего не придумаешь. После вас, прошу. Бежи! А то на ужин опоздаем. Ну что я вам сказал? Нормально. Я знаю, как ты к этому относишься, но...